Доброе утро. О, это мой голос. Доброе утро, дамы и господа. Мы проснулись в Минске. Да. Мы проснулись в Минске. Настроение отличное, хотя ощущение, что мышцы так серьезно болят, оно есть. Вчера было очень плохо вечером. Дело в том, что я достаточно сильно обгорел. И пришлось выпить еще даже таблетку парацетамола после того, как принял душ, так как меня достаточно, нормально подтряхивало, морозило, короче. Сейчас что делаем? Сейчас пьем кофе. Ребята пошли делать кофе, заваривать, искать кулер, так скажем. И мы идем на встречу с Андреем Берисиневичем. Мы идем гулять по Минску. Это вот там. Все очень красиво. В общем, оставайтесь с нами. Как говорится, что вы зря ехали, что ли? А спонсором наших сегодняшних мышц является Сергей, выдав нам очередную порцию вкуснятины под названием таблетки БЦА. Это если ее есть, я не знаю, тонна мы, наверное. Это нам ускорить мышцы. Не заниматься. Но все равно приятно. Как кофе? Что-то надеюсь, он восстановит он быстрее на один день. И вот мы идем. Андрей уже подъехал. И сейчас будем кушать. Андрей сказал, что знает места, где вкусно кофе. А он сказал? Да. Подожди, посинки. Нет, вкусно. Просто мы вчера там были. Сейчас найдем что-нибудь. Ну вот, вы проснулись. Да. Минск. Да. Слегка помятые из-за того, что вы вчера хорошо дали. Воды много пили. Просто. Да. Вы дали 128 километров. 132, если здесь 133. Причем последние 5 километров было очень холодно, потому что люди... Под дождем. Да. И было как раз тоже, наверное, градусов 13 уже, я думаю. Прямо плотно так. Идем. Давай. Идем. Выглянуло солнышко. Там так хорошо на улке. Короче, друзья, вот. Сейчас еще и встретимся вживую тоже с Андреем Берисиневичем. Даже не верится. Проехали этот путь с Алексеем. И еще и Андрей Берисиневич. Где-то, наверное, тут что-то у него здесь должно быть. Да. Кто у нас тут? Тут у нас кто? Это Андрей, привет! Здорово! Привет! Как заехали? Отлично! Здорово! Столько уже времени знакомы, заочно, по экрану. Ну, мы так и получилось, созвонились. Я говорю, так мы еще и с Андреем встретимся. А с тобой мы разговаривали, ты говоришь, я буду здесь, еще и на велосипеде катаюсь. Надо было тебя позвать в Москву, чтобы ты с нами, да. Холодно у вас тут? Я что-то пока... Это вы с собой принесли? Да? Нет, мы ехали, жара. Мы ехали всю дорогу, жара. Да? Вот мы, получается, вчера вообще даже вечером футбол кем-то там. Я сгорел прям. А вчера вот прям вот как Минск заехали, все, вот стелы пересекли, и все, дубак. Да чтоб вам жарко не было. Да. Гаишник, как пересекли дубак. Гаишник нас поймали. Да, вы все время по трассе ехали. Да, ни одного гаишника, только заехали сюда. Прижимайтесь вправо. Выписали предупреждение. Ну что, как-то задница не болит? Болит, все болит. Есть немного. Болит все, кроме головы. Но мы пришли к выводу, что железную жопу можно сделать именно на велосипеде, а не на мотоцикле. Да. Нет, ну это дело привычки. Я просто... На велосипеде только на работу езжу. Но все равно. То есть весна начинается, то есть первые пару заездов, задница болит. Потом без разницы уже сколько ехать. Ну тут Алексей просто
Витька вчера признался, говорит, нам нужно же было все познать. Вот мы познали дзен 200 километров в день, 213 проехали. 200 километров в день? У нас был первый день 212, потом режим лайт, соточка, потом 170, 179. Да, 179. А потом опять 2 лайта. Ну как, 190, а потом 130. И с каждым днем... Не напрягаться. Сотку. Да. Вообще останавливаемся, поели, холодник. Ты успеваешь отдохнуть, там можешь поспать, можешь поснимать, покупаться, мы там ездили там 70-100 в день. А 200 на Дубасах. Я в Крым ездил, я 30 километров в день на мотоцикле проезжал. Я видел. Что-то было. Я помню, мы тоже в Крым заехали, тоже едем там 70-80. Я уже, у меня такая мысль возникает. Мне страшно представить, как мне ехать обратно уже там 1000 людей там. Фух. Я вперед. Я вперед. А мы решили тебя вчера уже не беспокоить, потому что сами были просто не кокосовые, уставшие. У меня там вчера один подписчик приехал ко мне и, короче, сдал ваш трекер, где вы едете. А, да? Да. Я у него спрашивал. Ну вот начали говорить, что приедет. А знаешь, как прикольно, едем вдоль дороги, просто мотоциклисты останавливаются. Там даже на машине чувак остановился. О, Алексей, давай там фотографироваться. Это узнали? Или, ну в принципе, наверное, знали. Да, и много мотоциклистов прямо гудели там. Привет, там тыры-пыры. Алексей такой, звезда. Все следят. Я думаю, что и без Алексея они гудели. Я тоже этим сигналю. Велосипедистов, которые с сумками, которые едут, видно, что дальняк. Первый день никто не сигналил. Да, из Москвы выехали. Ну там просто таких многовато, потому что тут уже редкость. Ну у нас вчера полицейский, он сначала все ни в какую, давайте сейчас будем оформляться. Я сказал, откуда едете? Что он вам вообще хотел? Он хотел... Повышение скорости? Нет, мы ехали... Да, по проезжей части. Можно было ехать по встречной полосе. А у нас надо ехать вдоль. Это какой, белорусский? Да. Полицейский. У вас правило, оказывается, велосипед должен ехать по встречной полосе. Как все сделать? И вот, когда он уже узнал, что мы из Москвы, он такой раздобрел. Ну ладно, все равно вас нужно маленько пожурить, поэтому вот постановление о типа там, предупреждении. И выписал нам. Я вообще как бы никогда не думал об этом. Ну да, это же получается, что автомагистраль, там вообще движение. Так мы доехали 10 километров. Даже мопедов запрещено. За 19 минут. Так хотели уже приехать и покушать, с учетом даже остановки с милицией, за 19 минут, с кем мы проехали по городу. Хорошо летели так. Вначале ехали, 20 много, а потом уже... 2 километра нам будет. Да. Куда-то нас Андрей привез. Казино. Для меня это тоже интересно, что это такое. А ты подписан на него? Да. Вот я начал говорить, что здесь получается вообще двойной удар. Увиделся с Андреем и еще и с Алексеем прокатился. И как бы я не то чтобы там преклоняюсь, у меня нет такой привычки. Но когда ты смотришь человека, допустим, на протяжении 3 лет, и отчасти ты его даже знаешь, потому как он разговаривает, что у него, какая семья, ты знаешь, уже там, ну, как бы вот он все равно же ведет свое какое-то повествование. И ты решаешь начать путешествовать там, благодаря этим людям, а потом ты, допустим, с ними встречаешься в неформальной обстановке, не так, что где-то на дороге, о, привет, он тебя не знает, а вот нормально. Вот это круто. Вот очень это круто. Вот это классно. Давай тоже начинай вести. Блок? Ну, конечно. Не. А что? Ну, не знаю, пока. Что-нибудь такое? Мотивация нет. Выборочная. Просто есть же ленивый блок, допустим. Просто камеру поставил и, ну, едешь какие-то наблюдения. Ну, это какая-то херня. Надо, чтобы все было классно. Идем завтракать.
Вон васильки, пицца Темпа. Ну, какой-то торговый центр зашли. Ну, каких-то очень много мелочей, которые я делал, чтобы мне было прям комфортно на этом мотоцикле. И я думал, как это я поеду в другую страну, куплю там обо какой мотоцикл, да? Мне будет, я буду ехать, мне будет жопу ломить, у меня посадка будет плохая. Когда я поехал в Индию, да, я заранее подумал, что мне надо самое главное для мотоцикла. Ну, что меня беспокоит. Это мой, типа, этот круиз-контроль, ну, который я делаю, просто фиксация ручки газа. То есть я придумал, как сделать ее на Энфилде. Потом, допустим, чтобы сидушка к заднице подходила, да, ну, взял вот эту 3D-сетку, да. Еще можно купить, если что, если этого недостаточно, такие на табуретке такие вот ложатся накидки, они с поролона, с памятью. Они практически везде есть, ты найдешь в любой стране, либо с собой принеси. То есть ты ее положил наверх вот эту 3D-сетку, раз, все, потом, что тебе надо еще там? Проставка руля, допустим, ну, чтобы руль, вот как мне, чуть на себя подать. То же самое можно купить и здесь и привезти. Я приехал, кстати, взял этот Royal Enfield, подогнал его вот таким образом быстро под себя. Как бы сначала, ну, мне было странно, у него же вибрация такая, что у меня даже изображение в глазах вот так тряслось, не знал, как да, ехать, там непонятно. Короче, потом приспособился просто на каких оборотах нельзя ехать, и проехав, ну, как бы, сколько, 3000 только по Индии на нем, я понял, что все равно на каком мотоцикле путешествовать. Нет, ну тут я-то не из-за комфорта. Мне вот нравится именно. Именно выехать вот на нем. Выехать и вот все, здесь да. Вот некомфортно. Я тоже же брал поездку в Royal Enfield, а вот мне нравится именно из дома и вот куда-то забраться, вот, допустим, вот в ЮАР. Да, это психологический момент такой серьезный. Мне прямо вот, да. Вот я мог бы прилететь, допустим, там, в Кейптаун, взять мотоцикл, там Гусь, да, там, Миллион, там, да, по любой, даже там. Там все объехать, мне вот важен сам момент, что вот я вот приехал именно да. Из Москвы. Я вот еще поэтому у меня с арендой не дружу. Утешаю себя еще другим, ну вот в этом плане, да? Что границы закрыты. Что нет, что типа я куплю мотоцикл где-то там, да? И ну, на там, нем приедешь обратно. И на нем приеду вот обратно. Тоже, вот это очень хорошая тоже идея, как бы, да. Да, вот мне это чисто... Путь. Мне путь важен. Да, это чисто психологический момент, что ты как бы сам добрался со своего дома в Индии. Да, это прям, вот ну, это прямо вот. Да, ты чувствуешь, космос, что ты что-то сделал такое. Как-то ехать на любом можно. Это, да, а так просто типа покататься, то же самое, что дома выехал покататься. Да, да, да. Я вот поэтому не люблю вот эти вот, там приехать куда-то, там локально покататься. Там, да, мне да. Вот надо вот из пункта забраться в пункт Ж. Желательно, чем он дальше, тем лучше. А вот обратная дорога тебя не изматывает? Ты вот проехал, она допустим? Она абсолютно другая. Да. Это, понимаешь, это не дорога, допустим, если ты едешь в Крым, там, Москва, там, Симферополь, Москва, обратная дорога, это обратная дорога. А когда ты едешь, допустим, из Дели в Москву, приключение такое, что оно... Вот я так же вижу. Нет, а вот здесь по России получается, ты уже... Я кругами. А, чтобы другой путь. Ты даже если по одной дороге поедешь туда-обратно в разное время... А психологически у тебя точка есть, ты вот добрался, а теперь дорога домой? Или нет, у тебя нет, весь путь нет, является нет, путешествием? Нет, прям путешествие. То есть это просто серединная ну, точка? Ну, бывает там последний день уже, знаешь, когда там остается... Ну, как мы вчера, да? Это больше, знаешь, разочарование, то, что заканчивается. Вот. Вот у нас вчера тоже так же было. Тоже так же было, все заканчивалось. Я ехал, оттягивал эти моменты. Это грустно, что все заканчивалось. Да. Один раз только тогда нормально какая разница, ел, что есть. Когда сказал, вот подошел, он жарит курицу. Куда? И сказал, ничего не ложи туда. Просто пожарь мне курицу с солью. И все. И он тебя понял? И вот тогда было хорошо. Тогда я взял сам какой-то их зеленый соус там, добавил туда, все отлично. А если вот когда он берет приправу, вот такую банку эту, откручивает крышку, там вот такой горлой. Туда. И ты потом вот как в супе ищешь свое мясо там в этой приправе. Нет, индийская еда это немного не мое оказалось. Второй раз поеду, найду все-таки там где-то супермаркет какой-то. Это я уже там было нашел, и там не было мяса. Вообще ничего там не было. Они нут обычно кушают. Из нута делают все похожее на мясо. Это называется далмаш. Далмаш, да, у них так? Дал, да. А в Азию не собираешься? Таиланды, Лаосы всякие. Да? Там можно хорошо покататься.
У них там тоже мотоциклы-то. Ну, если есть. Вьетнам. По Вьетнаму классно кататься. Там прямо вот. Приятного аппетита. Спасибо. А ты что заказал? Я заказал суп с грибами, бабушка, суп с грибами. С лесными. А как холодненько не было, да? Да я опять сейчас, знаешь, когда голодный заказываешь, так нельзя. Египет, лучше всего это Египет. Нет, Красное море, оно спокойное. Красного моря ничего нет. Ну, есть еще. Крыму тоже можно нырять, но там так себе. Подводная охота. Нет, еще Мальдивы можно. А, Норвегия, подводная охота, там, где можно совместить подводную охоту и... И рыбалку. А? И рыбалку. И рыбалку, да. Так там запрещено, разрешено. Ты покупаешь. Не покупаешь, ты же потом даже вообще без блесны ловил. Просто закинул. Слушай, а ты, кстати, ловишь рыбу? Короче, смотри. Нет. Вот Норвегия. В Норвегии. В Норвегии прям у меня очень хорошо получилось. Да, да, да. В Норвегии нет. Просто закинул и достал. Морскую ловили рыбу? Морскую. В Норвегии только морскую. В Норвегии морскую рыбу с берега лицензия не нужна. С берега? С берега. Да, да. Если в реках или с лодки морскую, то нужна лицензия. А так? И мне еще Норвегия понравилась тем, что... Во фьордах, по сути, да, что у них природа и море – это как бы народное достояние. Вот. Достояние даже человечества, как они считают. Ну, то есть не только норвегов. Поэтому... Берегу, да? Нет. В смысле, что ими могут пользоваться все. То есть не только Норвегия, а все люди приезжают. И у них нет такого понятия, как зеленая зона. Ну, то есть, что там вот у нас нельзя заезжать на зеленую зону. Ну, вообще нет такого. Другое дело, что даже на Land Cruiser я там далеко не везде мог с дороги съехать. Ну, это ж камни в основном такое. Да, не камни, ну, но все равно сам камни факт, что ты можешь ехать. Камни, да. Ты можешь поехать, где угодно поставить палатку там, и так далее. У них там кемпинги есть, да. Кемпинги, да, 60 евро стоит. За палатку поставить и 20 евро парковка на ночь. Кемерс кемпинг, как там бесплатно можно чего. Ну, там, короче, хозяева этих кемпингов, как правило, уходят домой часов 8. А, в 9 часов. Часов 8 я вечера. Слышал про эту фигню, да. А мы так... Нам говорили, а целый день, а мы целый день прям просто да. Вот это в этом кемпинге. Точнее, как мы с тобой случайно приехали, никого нет, а время ехать уже нет. Время застемнело там, и не охота целый день пути, 9 часов. Мы вот такие бросили палатку. А встаем рано, блин, маршрут все прописано по времени, чтобы успеть везде. Встаем рано в 8 утра, тоже никого нет. И что тут мялись, собрали вещи и уехали. Второй раз мы уже специально так приехали в другой кемпинг. А первый раз мы, у нас кемпинг был в Швеции, то есть, но недорогой, 20 евро. То есть мы, ну, то есть из этого, из Хельсинки, ой, какой, из Стокгольма вверх поднимались. А палатка у тебя много весит, которую ты с собой таскаешь? 2 килограмма. 2 килограмма, нормально. Ну, я сейчас купил тут китайскую, которая копия МСРовской. За 400 евро, который стоит. А где взял? На Али? На Алиэкспресс, да, 120 на одного человека, да? На два. Она на двух, она 1.40 по ширине. Там можно на вдвоем. С двумя такими маленькими уголками. Ну, то есть мне она нравится тем, что она как, она вот такой вот формы, как прямоугольник. То есть ты можешь и здесь сидеть нормально, и здесь, ну, полный рост. И, допустим, тамбур мне в ней не надо, потому что она 1.40 по ширине, и я все вещи уже складываю в ней. Ну, не хватает места. Скинешь потом ссылку? Ну, в тамбуре только сапоги стоят. Ну, потому что тамбур, как ни крути, чуть-чуть, ну, могут и отсырять вещи. Ну, да. Мне в этой Норвегии понравилось, заходишь в душевую, там это стоит монета приемная. Да. Монету кинул, горячая вода там 2 минуты. Или 3 ешь. Надо ведро с собой. Набрал воды, готов. Монетоприемник в Одессе. Слушай, я такой... Короче, были в Одессе. Там такой автомат, я не помню, газировку он выдавал или что. Короче, гривны кидаешь, да? А тебе оттуда просто интернационал сдачи посыпается. Российские, евро, какие-то там рубли, где-то были что-то. Польские. Они подходят, видно, по он их по размеру определяет. И люди кидают просто все, что есть у них. И оттуда высыпалось все. Это
также, по-моему, 2 рубля. В Норвегии надо попробовать, в России туда накидать. 2 рубля подходит под эти, по-моему, под европейские тележки в супермаркете. Не, они больше, да? Под американские 25 центов. А у вас нет автоматов по газировке, как вот раньше, чтобы со стаканом? У меня есть на даче. А, да? Нифига. Надо было на даче, надо было на даче. В объявке как-то листал, смотрю, такой автомат газировки продает. Ё-моё, хочу. Чего говорю? Сейчас приеду, заберу. Забрал, там оказалось, половины внутренностей нету. А знаешь, что открываешь, это знаешь, что там должно быть? Смотришь, ну какая-то автоматик, какие-то трубки там. Блин, да нормально все. Короче, купил литературу, понимаю, что там половины нету. Самое интересное, что оказалось, что это до сих пор производится. У нас в Саратове такие стоят. Внутренности этого аппарата до сих пор производятся. Такие, как они есть. Слушай, оставят же сейчас у нас, допустим, торговый центр. Да, просто да. Красиво, они красные, да. Цвет красивый. Но они внутри другие, не такие, как это. А эти, ты сделал знаешь, его? Почему они до сих пор производятся? По ГОСТу осталось то, что на производстве, ну, у тебя в цеху должен быть организована вода. Ну, должен быть аппарат с газированной водой. То есть это норма для завода. Для предприятия. Для предприятия, да, поэтому и осталось. То есть прошу, зачем? Но ты сделал его? Сделал, да. Там два вида газировки. Все, едем, как-то... едем на дачу. Два вида. 5 копеек надо? 3 копейки и 1 копейка. Ну, у меня все лежат эти копейки. Помнишь эти игровые автоматы, вот «Морской бой»? Ну. Советского. Слушай, на самом деле есть контор, который... Делает. Ну, их, наверное, ну, там есть... Короче, есть они, они сдают их в прокат. И вот эта тема с ними, вот мы один раз попробовали, прям выставил вот это. У нас на выставке сразу, ну там, рядом продукцию просто рекламировали. И рядом поставили этот автомат. Знаешь, что у людей отбоя не было поиграть вот этот мастер. Вот этот мастер. Так это же Sony VR того времени. Просто была супер игра. Сейчас не было. Мы ходили с этим сыном в музей игры автомат. То есть так, знаешь. Скептически, они такие, ну, блядь, что-то прыгать на квадраты. Помнишь, это машина? А у нас выставка для банкиров, для банков. То есть мы сок продаем, мы делаем сок для банков. И там сидят взрослые дядьки, приходили как дети. Да, я помню, в кинотеатр когда ходили, играть в кинотеатр, машинки там какие-то. Машинка у меня была любимая. Машинка, машинка. 15 копеек, да. Элита там красивая, да? Элита красивая, да? Элита, ну, не было, да, не да, в принципе, ничего. Ну, просто маленький такой городок. Вот. Не многолюдный. Тоже. Такие люблю. Но Гродно, вот мне больше, считаю, лучший город в Беларуси. Так, ну, он такой красивый, спокойный, инфраструктура такая же, как и здесь. Там. Дискотеку мы видели классную. Такой дискотеки были, такой прикол, короче, заходит какой-то шалман поесть, заказали еду, а подходит в Крупках. И подходит какой-то чувак в барной стойке, я хочу дискотеки сегодня, короче. Ему включают дискотеку, включают свет. И мы сидим с фонариками, короче, там смотрим еду, короче, на свет такой трэш. Выходит Колян. Начинает танцевать чувак под песню. У него синий адидасовский костюм. Кроссовки, да, скажем. Борода, да. Борода вот такая. И да. Начинает прям вот, знаешь, как этот. Вот про Федерико Феллини он начал танцевать. Мы сейчас этой песни не слышим, вспоминаем сразу этого чувака. А его начинает жена дергивать постоянно. Коля, а он лезет драться к своим же друзьям, которые его успокаивают. Сиди. Это голубитка, блин. Как положено. Ничего не меняется. Колорит прям. Потом 6 человек запихнули просто машину. Типа, хватит болтыхаться или как они так говорят? Беларусь посмотрели. Коля, не шатайся. Колю держат 3 человека, тем не менее он как бы не валяшка. Знаешь, рекламы, знаешь, что на монтаже этой продукции? Думаю, да, вот да, да. Федерико Феллини. Нормально. Гуру нашел, нет? Не, не вижу. Ну, на стройке, на стройке. Короче, значит, в тот город стоит съездить, да? Гродно. Гродно. Да. На мотоке. Я обещал сюда заехать там, на мотоцикле. Там центр города возле речки. Там. Ну, на любой карте видно, что это старая часть города. И... интересно просто. Ну, просто по Минску туда все новостройки. Вот, вот тут пару домов на Немиге. А замков много, да, у вас? Нет? Я не знаю, какие там замки. Не, ну ты же вот всю Беларусь проехал. Ну их очень сильно новостроили. Прямо
до неприличия. Вот, развалили при Союзе, при войне все. Никто ничего не трогал до 2000-х годов. Знаешь, какое место мне еще понравилось? Напомню, как называется, забыл. Около Бреста огромная усадьба. Ай, там где еще ставка была в Первой мировой войне. Не знаю. Там прям огромный такой замок. Там прям хорошо сделали. Не замок, а усадьба прям. Нешвицкий замок элита. Все. Ну их так вот, вот Мирский, Нешвицкий, их так отреставрировали, что прям аж... Прям, ну, так Мирский прям вообще капец. Новый такой. Мирский, там часть замка, гостиница. Алло, получилось? Ну нормально. Ну вот тоже старенькие здания. Не, ну Нешвицкий вроде как более-менее реально сделали. Ну, это да. Как было. Ну, посмотришь, как Дрезден, который весь снесли, как его сделали. Там не отличишь, что он там. Там камень весь черненый какой был, из черненого камня. Ну прям вот. Не скажешь, что это вот построили там 50 лет назад. А это, там, пару сотен лет такое ощущение, как каждый там какой-нибудь где-то здание, все они там такие. Очень ну, крутые. Теперь не скоро туда поедем. Дрездене, да. Вот Дрезден же его снесли весь. Установили поставки. Да, фигню снимаешь. Почему? Потому что это никому не интересно. Да, это тебе так кажется. Поверь мне, что всякие разговоры эти. Вот Федерико Феллини, это зайдет просто. Они это видели прямо в прямом эфире, Федерико Феллини. Вот это да. А про интересные красивые места, ну, может. Во-первых, во сне много, вот, ну, когда снимаешь какое-то просто разговоры, какие-то вроде время когда... увеличивается. Очень сильно время ролика. Да, это у вас. А у меня они такие есть длинные. Зато можно посмотреть на тебя настоящего. На меня смотреть? Там и на тебя настоящего, на тебя настоящего. Потому что когда вы снимаете. Тобой, когда мы несколько часов ты разговариваешь, то да, тут понятно, много интересной информации. Но когда ты пытаешься это уместить в ролик маленький, то. Я не знаю, это надо так сильно обрезать, что не сильно это интересно становится уже. На это время еще тратить. Да, времени потратить при монтаже, выслушивая это и думая, что какие фразы оставлять, а какие нет. Сергей, ты в этом году куда планируешь? Пока не думал? Слушай, у меня вот идея была в Турцию, через Грузию съездить. Я в Турции так в том году, мы на яхте не ходили, на яхте, да. Там по всяким небольшим этим гауням заходили, и там не туристические зоны. Турция прям так зашла, вот именно таких местечков. Ну, она тоже страна контрастов, в местах, да? Да, не туристической зоне, а именно там, да. И вот я, как вариант, думал, Грузию открыли, я обрадовался, думал, может, действительно рвануть Турцию через Грузию. А ты по Турции же мало, кажется, надо где-нибудь в сентябре ехать. Ну, еще проехал, ну, знаешь, в этом. Когда уже не так жарко. Вот. Ну, Серега, если любите ездить, он прямо так все подробно показывает, там где локации, точки, какие красивые места. Не, вот тема с Пакистаном, Ираном, я тоже вдохновляю. Ну, смотри, ты приедешь просто в Пакистан, да? Тебе надо либо уже ехать дальше в Индию, просто тебе обратно в Иран ехать, надо будет визу опять получать. Короче, а что там электронная виза в Пакистане? Где? Пакистан. Слушай, я вот очень сомневаюсь, что тебя опустят по земле, потому что, как показывает практику, например, индийская виза электронная, она работает только в аэропортах, не во всех. Ага. Поэтому здесь обязательно надо смотреть. Электронная виза, она не всегда по земле принимается. А ты как где взял? Я в посольстве. У вас есть московское посольство? В Пакистане. У нас, интересно, есть. Наверняка это же там столица. Смотри, Андрей, если что, я тебя по документам проконсультирую, там ее получить вообще элементарно. Нужно приглашение, я тебе дам контакт, да? Тебе присылают приглашение, приходишь в посольство, заполняешь анкету. У меня даже анкета есть. Можно? В электронном. Но они шлют копию тебе, копию посольства. И ты получаешь визу, она что-то 100 с чем-то долларов стоит, или 110, и едешь. Поэтому это не проблема. Даже там приедешь в Москву, допустим, на денек, там подашь документ, вот, это все сделаем. По Ирану я тебя тоже проконсультирую, там есть, там надо референс сначала получить. Не, это по Ирану у меня все есть, я же делал уже Иран. Ну там сейчас изменили, там надо референс сначала. Что это такое? Разрешение? Разрешение МИДа Ирана. Так я сделал это. Там уже было так, да? Да, там уже с этим. Уж я первый раз ездил без референса. Не, я нашел этого чувака, тот же, который мне, я же без корнета туда ездил.
Я ездил по, ну, короче, иранец. У него свое туристическое агентство по, кстати, мототуры они устраивают. Рад. Приятно познакомиться воочию. Спасибо за кофры. Да. Если что надо, это сегодня будет. Звоните. Ну, мало ли что. Приехали, пришли, решили посмотреть, есть нам что упаковывать. На месте все. Да, седло нужно здесь замазывать чем-то. Писать не Брукс, а Китай. И все. В общем, спросили у Андрея, знает ли он где-то магазины с пленкой упаковочной. Потому что будем ехать в своем вагоне его везти, непосредственно в своем купе. И нас могут не пустить, если мы не будем упаковывать велосипеды. Ну и Андрей говорит, что сейчас нам привезет с работы. У него на работе, на производстве есть такая пленка. Вот, поэтому его ждем. Спасибо ему огромное заранее. Ну что, может, действительно не поедем на велик до вокзала? А как ты хочешь? Что ты? Ну их упакуем, здесь сделаем все, как бы в такси загрузим. А в такси это какое такси? Ну, какой-то большой такси. Ну, две машины. Надо у Андрея спросить, может, такие же грузовые есть у них? Ну, хотя мы на ресепшене, какой же такси выйдет? Три километра? Ну нет, мне кажется, Андрей мы уже играем сегодня. Да, просто нет, России. Дело не только, не хочется на вокзале вот этой херней заниматься. Ну, да. Хочется уже, знаешь, выйти как бы лучше. Ну давай. Пока доедем, если еще дождь пойдет. Угу. Ну это как мое предложение, там смотрите. У нас, как говорится, форум. Сейчас посмотрим, а здесь Яндекс вообще есть? Прощаемся. Все, отправим обратно вместе с Сеньей. Всем пока, да. Замотайте так, чтобы не видно было, что это велосипед. Все, до свидания. Все, всем пока. Пока. Да, можно в кокон прям замотать. Такая будет штука. Прикинь, а что вы везете? Там не видно, разматываете. Будут тебя еще маленькие мучить. Да, что происходит? 7 или 8 там. Блин. Происходит уникальная ситуация. У нас есть очень большой риск. У нас не ходит поезд раз. Почему? Потому что у нас превышение по габаритам. Второй момент, мы можем туда опоздать, потому что мы можем не успеть поесть. А без еды отправляться в поезд, сами понимаете, нельзя. Ситуация критична. Плюс мы затаскивали эти велосипеды на третий этаж сюда. Вот, через лифт и все остальное. На велосипеде в горы легче заезжать, чем поднимать на четвертый этаж на себе. Ну, мы катались теперь, они покатались маленечко, все по-честному. Ну, потею все время я почему-то, не велик, что так, что так. Единственное, что я хотел заказать селедку под шубу, здесь она, кстати, безумно вкусная. Одна из лучших селедок, которые я ел летом. Но она закончилась. И еще я заказал новое блюдо, не знаю, понравится или нет, называется бабка какая-то. Как? Какая-то бабка. Бабка? Да. Тоже ли Леша заказал бабку? Ладно. Будем жить. Так, давайте я вам расскажу. Вообще-то, я взял салатик, это вчера овощной, прямо с грядки. Оливье с языком. А, с языком не было, с ветчиной. Вот, потом. Потом же там три порции драники с сметаной. Драники с сметаной. Надеюсь, что сегодня они будут лучше, чем сегодня утром. А, вот что. Что это? Картофельная бабка. Бабка. И еще заказал куриную котлетку по-домашнему с пюрешкой. И котлет по-киевски. Круто. У нас сегодня будет ассорти. Сегодня по-киевски, может быть, я и забыл. Сегодня завтракали, обедали, я не знаю, все вместе с Андреем Бересиневичем. Мы заказали. Короче, поменяли мы деньги на границе. Ресторане. Я его дядьку уточнил. 2,5. Он сказал, что там нормально. Ну, говорит, может быть, было бы, знаешь, там говорит, не 2,5, а 2,56, говорит, 2,57. Короче, самый правильный курс, да? В общем, драники сегодня днем Саня, были абсолютно рубль вкусные. Есть? Саня, рубль. Рубля нет, рубля не было. У тебя не было? Рубль прикольный. А что у тебя было? Нет, ну, извини, нет. Будет двушка. Надо. Двушку тебе дали? Да, двушка есть. А, ну что? Надо разменять у них попросить. Да. Ну, сейчас сходим, разменяем.
Так, взрываем бабку. В общем, котлетка по кифке прям с маслицем вытекает, как положено, да? Вот, да. Да, здесь готовят вкусно. Разорвало. Ты зарезал бабку. Затыкал вилкой. Там... А, это хлеб, ее надо резать, короче. Не хлеб, там картошка. Картошку можно? Да. Не хлебную? Это же Беларусь, здесь все картошка. Хотите им картошкой, второй хлеб? Картошку с картошкой. В этом заведении вкуснее, чем в том, в котором мы сейчас были, да? Ну, днем, когда были. Ну да, здесь прям хорошо. Хотя вроде одна сеть, как бы. Да. Должно быть вообще все одинаково. Да, я тоже. Причем не 6 ресторанов. Вот у нас сейчас квест. Это все. Для общего развития. Дорогущие велики. Это спортивные. Ну, это не спортивные, это туристические. Спортивные так, вообще там. Цена вопроса и где брали. Мы из России, поэтому у нас так. Вот дешевле, значит. Ну, один белорусский, ой, один украинский велик, вот этот вот Pride, тот японский, а охренеть. Этот российский. Охренеть. Вот. Короче, да. Я понял, один будет ездить. Тот стоит как японец, грубо говоря, там 2000-х годов. Этот стоит чуть-чуть поменьше, мой самый дешевый. Ну, это вес какой-то. Нет. Это я думал три одинаковых, а мне кажется, не одинаковых. Нет. Это было серьезно, ребята, 23-й вагон. Но по одной руке велосипед, прямо вот в одной. Сумки в другой. 12 минут до отправления поезда, и мы бежим просто вдоль вагонов, но с честь и сказать, 23-й вагон это не по счету. Вот так. Сейчас 2 минуты. В общем, успели. Самое главное. Все остальное ерунда, но бицушечку подкачали. Прямо бодро. Ну вот как-то так. И вот там как-то так. Как ощущения? Не знаю, мне кажется, это просто какая-то мощная силовая тренировка. Отлично. Нет, тебе да. Еще тренер сказал, завтра придешь на тренировку. Да, меня спрашивают, тренер, я сегодня встаю, никакой вообще просто силы нет вообще. Кофе десяток выпил, наверное. Все равно ничего не поменялось, просто силы. Мне такой тренер пишет, Серега, ты на бокс-то завтра придешь? Какой бокс? Блин? Тут триатлон. Неделя Лешки, да. Кстати, реально. А мы триатлон еще вечером устроили. Да. Бег. Покушали поплотнее специально. Да, и вы за 15 минут до старта поезда решили выдвинуться к вагону с велосипедами, с полной экипировкой. В одной руке сумки. 50 килограмм в каждой руке. В одной руке Сникерс, в другой руке Маркс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Понравилась тебе пробежка? Мне понравилось то, что мы успели на поезд. Да это думал, самое главное. Ну, я думал, что мы успели на поезд. Вопрос, сели не все. Все пассажиры, да? Я отстал. А, ты отстал? Ну, отстал. Слушай, я знаю способ, как задержать поезд. Ложишься там под... Ну, есть способ. Фух, я прям бежал. Сумку эту. Кстати, это один из тех разов, когда ты думаешь, почему я маленького роста. Если бы повыше был, мне бы было удобнее его, ну, просто наклонив. Слушай, ну, знаешь, в целом... А так согнутой рукой. Если бы лямка была бы широкая, вот. Я вот перекинул просто вот не сюда, она режет. А вот сюда. И нормально. Его несешь, я его чуть-чуть как бы отвожу, как бы, чтобы педаль не мешалась вот на этом уровне, да, нормально. Ну, мне педаль вообще не мешалась, но это, вот с лямкой широкой тебе было бы очень удобно. Нам было удобно, если бы сумок не было. Ну да. Удобно, если бы, знаешь, как мы в Питере сделаем, велосипед сдать в транспортную компанию. Да. И налегке, короче, знаешь, с кредитной карточкой и с двумя трусами. Да, тоже нормально. Петербург. Так. Хорошо. Фух. Ну вот, друзья, в общем, маневр. Я думаю, что на сих приключения можно считать для вас закрытым. Вот. И мы будем укладываться в байки. У нас с утра уже будет прибытие в Москву. Все. Всем огромное спасибо. Все свободны. GoPro в этой части. Еще не свободны. Хочу попросить Сергея подписчикам канала что-нибудь сказать.
все-таки они тебя вот первый раз увидели. И в любом случае, я думаю, переживали за нас, за всех одинаково. Вот, и посмеивались над нами тоже, над всеми они одинаково. Что сказать, путешествие удалось. Вот. До конца не верил, ну, в самом начале не верил, что это осуществимо. Да? Ну, когда поехали, когда проехали первые 10-12 километров, я понял, что мы точно сможем. Если ты не умер сегодня, да, да, можешь, да. В общем-то, если мы в первый день не умерли, хотя бы это было близко, да, то, в общем-то, доедем по-любому. Вот. Всем советую попробовать тоже такие экшены. Это очень круто. Особенно нам, в общем-то, всем троим повезло. У нас был... Ну, сложился отличный, да, был отличный наставник, и у нас сложился отличный, отличная команда. Вот. Мы на веселе, с шутками, с прибаутками. На веселе, а с весельем. С весельем, да. С алкоголем. Я столько времени алкоголя не принимал, это не знаю. Самый длительный период, непрерывный, когда я не употреблял алкоголь. Поэтому... Саня вообще очень крутой чувак оказался, вот, он молодец, вот, я его не знал до этого, вот, но мы здесь, я тоже не знал. Мы здесь дружились, вот, и такого позитивного, классного человека, ну, то есть надо еще поискать, вот, всем рекомендую. Все, ну и Алексей теперь тоже. А я скажу очень коротко, путешествуйте, друзья, это самое главное. Это он подытожил. Я от себя могу сказать следующее. Тоже достаточно коротко. Спасибо Алексею за то, что он вдохновил на эту поездку. Спасибо Алексею за то, что он вдохновил, в принципе, на то, что я начал путешествовать. Спасибо Алексею за то, что он нас собрал вместе и дал возможность ощутить вот это вот все. Может, чуть не умереть первый день. Ну, в любом случае, если бы не он, то... мы бы этого никогда даже не узнали, как это, хорошо это или плохо. От начальной мотивации и до финального вот этого забега к поезду огромное спасибо Алексею. Сергею огромное спасибо прежде всего за то, что он есть, конечно, потому что мы... Конечно. Потому он сейчас нам чай еще принесет финальный. Да. Сергею спасибо за то, что он есть, просто как человек, мы с ним познакомились, и для меня это путешествие ценно. Прежде всего, знакомством. Знакомством с Алексеем, знакомством с Сергеем, знакомством с местной фауной, с Николаем там. В общем, все, что я пережил, я не могу это вот частично как-то отобрать. Вот это мне там вот больше нравится, это не больше. Вот оно все вместе, начиная с педалей, заканчивая, блин, последней каплей пота. Это было круто. Да. Поэтому, ребята, просто, если хотите, делайте. Неважно, пускай это будет не 700 километров, пускай это будет 30 километров, но в хорошей компании. Да, да на дачу. Как хотите, на чем хотите, хоть пешком, хоть на табуретке, да, так ты сказал. В общем, спасибо вам огромное за то, что вы смотрели этот экшен. Все, пока.